Предотвратить, спасти и помочь. Больше сотни спасенных жизней и случаев оказания помощи пострадавшим. Спасатель второго класса, специалист по промышленному альпинизму и газоспасательной службе Николай Страдумов за 8 лет службы видел разное. Ситуации разные. Есть комичные ситуации, есть трагичные ситуации, что находим людей уже как бы неживых. Часто спасаем. Большинство происшествий, по словам спасателей, носят бытовой характер. Второе место занимают ЧП техногенного характера. 2014 год был непростым для сотрудников МЧС во всех отношениях. Тяжелое весеннее половодье, масштабные учения «Арктика-2014» и декабрьская авиакатастрофа вертолета Ми-8. Отработали спасатели на высоком уровне, но есть над чем работать. Естественно, планы совершенствования работы, мастерства, техники будем еще дооснащаться. Также, учитывая то, что у нас арктический центр, он совместного базирования и общий, то есть составляющая субъектовая, здесь достраиваться будет вводиться в эксплуатацию. Поэтому центр наш растет. Я думаю, от этого только все жители города и округа выиграют, потому что все будут работать в одном ключе. Совершенству нет предела, говорят сотрудники МЧС. Многие из них учатся в высших учебных заведениях системы МЧС, кто-то в учебных заведениях по другим специальностям. Ежегодно выезжают на повышение квалификации, проходят профессиональную подготовку. Лучших сотрудников сегодня наградили грамотами и медалями за заслуги, пропаганду спасательного дела, круглосуточную оперативную службу. И пожелали сухих рукавов, чтобы все свои навыки и умения спасатели применяли только на тренировках. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, телеканал «Север».